началась в 1941 году и закончилась в 1945. Когда началась война, все солдаты отважили, чтобы не умереть. Хлеб был полностью из опилок и понемногу муки. Ребенку давали в пол ладошки, а взрослому в полную ладошку. В нашу страну напали немцы. Мы против них воевали. На кораблях, самолетах, танках. Когда мы были на еще одной экскурсии, нам рассказывали про Ленинград блокада, только нам сейчас про нее рассказывают поподробнее. Были такие люди, которые разносили еду в котелках, у них было такое преимущество, и у них был такой характер донести и не съесть эту еду больным. Я знаю, что война – это очень страшно. И люди умирали от голода, и даже когда они в плен, ну, к фашистам, то они голодали. И я знаю одну девочку, она была, ее зовут Таня Савичева. И мы знаем, что некоторые девочки тоже вели дневники, как она. И она вела свой дневник о том, как умирали ее родные, и она написала одну страничку, что умерли все, все Савичевы. Мой прадед Климов Иван участвовал в Великой Отечественной войне. Он уже на тот момент был подростком. Тогда моего дядюшки Климова Владимира Ивановича еще тогда на тот момент не было. О его жене я ничего не знаю. Единственное, вот я хочу сказать, он умер вот во время войны, потому что это, сами понимаете, война – это очень страшное дело. И никто, по-моему, этого не хочет.